За прошедшую неделю сотрудниками наркоконтроля из незаконного оборота изъято почти 2 килограмма наркотических и психотропных веществ. В выходные наркополицейские проверили оперативную информацию о том, что ранее судимая жительница Шуи хранит по месту своего жительства крупную партию маковой соломы. Опиаты, предположительно, женщина заготовила для последующего приготовления и сбыта наркотиков. Свой дом задержанная превратила в притон, где ее знакомые наркоманы готовили и употребляли кустарное зелье. Кроме того, сотрудниками областной наркополиции из незаконного оборота выведено свыше 350 граммов гашиша и амфетамина. По данным фактам возбуждены уголовные дела.